Проблема дефицита ученических мест и аварийных школ поэтапно решается в Западно-Казахстанской области. На сегодня уже начались работы по строительству трех новых учебных заведений. Одна из них находится в селе Чапаево. Там побывала наша съемочная группа. Школа-гимназия имени Абаева в Акжаикском райцентре построена 60 лет назад. Рассохшиеся полы, стены в трещинах, запах сырости в тесных классах. Второй этаж школы закрыли, начальные классы занимаются в здании интерната, который, к слову, был приспособлен из гаража машино-тракторной станции. Это очень затрудняет проводить дополнительные занятия, кружки какие-то, мероприятия. Есть в этом отношении очень много затруднений. Начальные классы учатся у нас в интернате, потому что так как здесь нет места. И два класса, они учатся у нас на базе номер 2 школы имени Мухтара Уезова. Аварийную школу признали 2 года назад. К 2020 году гимназия переедет в новое здание. Сейчас строительные работы на стадии закладки фундамента. Под современные учебные заведения выделили большой участок. Площадь самого здания составит почти 7000 квадратных метров. Построят и интернат на 100 мест. Классы у нас тесные и темные. В кабинетах старые парты и стулья. Мы все радуемся, что нам строят новую школу. Если ее сдадут к сентябрю следующего года, я буду в числе первых выпускников в новом здании школы. В целом в регионе в аварийном состоянии сейчас находится здание 7 школ. 3 из них в областном центре. Еще в 5 школах дети учатся в 3 смены. Потогоз Базарбаева, Балат Шарылгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24.